Снова жара. 6 и 7 августа в регионе прогнозируется сухая и жаркая погода. В это время возрастает угроза природных и техногенных пожаров. Власти Владимирской области устанавливают особый противопожарный режим. На время его действия возрастают штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф на физическое лицо составит от 10 до 20 тысяч рублей, на должностное от 30 до 60 тысяч рублей, на юридическое от 400 до 800 тысяч рублей, напоминает в МЧС области. Кстати, в регионе уже есть случаи составления протоколов на граждан в рамках особого противопожарного режима. По новому законодательству в Собинке одного из местных жителей оштрафовали на 10 тысяч рублей за разведение открытого огня. На территории области в эти дни будут работать оперативные группы из сотрудников полиции, представителей местного самоуправления Госпожарнадзора. Они будут следить, чтобы люди не нарушали правила пожарной безопасности. Не сжигать мусор, не разводить костры, не готовить пищу на открытом огне. Это связано с погодными условиями, так как на территории области стоит жаркая, сухая погода и порывистый ветер. Тем самым может быть возникновение пожара и быстрое его распространение. Произошло 2027 техногенных пожаров. Идет по сравнению с прошлым годом снижение на 14%. Здесь хочется обратить внимание всех граждан на территории нашей области соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать возникновения пожаров.